вот и Мирабад Авеню. Сколько раз хотел здесь снять, ни разу не снимал, но первый раз снимаю. Уже достроенные, грубо говоря, объекты. А сколько этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, девять жилых этажей, и первые два этажа, это, по-моему, коммерческие. Насколько я понимаю. Построено очень даже ничего. Прямо в центре города, напротив бывшего госпитального базара. Сейчас рынок Мирабад он называется. Офигенная локация для тех, кто хочет приобрести в Мирабад-авеню.